Королева Великобритании Елизавета II выступила в среду в парламенте с тронной речью. Это традиционное ежегодное выступление, представляющее программу деятельности правительства на предстоящий парламентский год. Текст документа готовится под руководством действующего премьер-министра. Мое правительство проведет референдум касательно членства в Европейском Союзе. Будут внесены новые предложения в британский Билль о правах. Мои министры будут отстаивать суверенитет парламента и верховенство палаты общин. Тем временем в табло The Sun появился сенсационный материал о том, что королева поддерживает выход Британии из ЕС. Ссылаясь на надежный источник, газета сообщила о том, что Елизавета II якобы заявила, что Евросоюз движется в неправильном направлении. Во время своего выступления в парламенте королева также подчеркнула, что Великобритания будет продолжать работу над снятием напряженности на Украине и будет играть ведущую роль в кампании против террористической организации «Исламское государство», продолжая поиск путей мирного разрешения сирийского конфликта.